Дамы и господа, познакомьтесь. Сын знаменитого шамиля Джамалуддин. Очень скучаете по дому? Иногда мне снится, что я летаю над горами. Ультиматум командующего. Осада крепости будет снята, если имам Шамиль выдаст в заложники своего сына. Сын мятежного Шамиля, став офицером, он перестает быть пленником. Присяги готов? Готов, ваше императорское величество! Разрешите представиться, Корнет. Мы с вами знакомы, Корнет. Лиза. Этот мальчик. Алексей. Только пешка. В игре очень могущественных сил. Один неосторожный шаг может погубить вас и сломать жизнь этого несчастного юноши. Эта война идет уже так долго. Государь, отпустите меня на Кавказ. С обеих сторон там гибнут мои братья. Джамаль! Я люблю тебя. Я могу быть счастлива только с тобой. Мы не можем быть счастливы, пока идет эта война. Я хочу остановить эту войну. Служи России! Люби Россию! Люби с гордостью за то, что ей принадлежен. Я буду ждать. Я аварец. Мусульманин. Я русский офицер. Я всегда держу свое слово.